Всем привет, дорогие друзья, с вами Докерс, это DayZ Standalone, и я продолжаю выживать в Чернорусии. И вот я нашел новое здание в Черногорске, которое стало открытым. Давайте зайдем, вот так вот оно выглядит изнутри. Тут вот так вот идешь, какая-то решеточка. О, даже двери открываются. Фига себе. Так, заходим, вот тут вот такой вот, такая вот комнатка. Мне вот интересно, что это за квартира такая, блин? Где люди вообще спят? Ну, наверное, вон там. Ну ладно, неважно. Так, вот тут вот таким вот буквой Г. Или буквой ЗЮ. Можно подняться, смотрите, наверх. Так, тут у нас что есть? Тут не открывается. Можно еще выше подняться. Так, вот тут, смотрите, что-то открывается. Ну-ка. И тут у нас открывается еще вход в одну комнату. Прикольно. Смотрите, какой диванчик новенький, моденький. Так, ну вот тут уже более-менее такая комната. Довольно-таки неплохая. Так, смотрите, глобус. Карта мира, клево. Но лута я здесь пока еще не наблюдаю. Но я думаю, в скором времени появится. Давайте выше поднимемся тогда. Только как-то, как будто один этаж на одну квартиру, блин. Так, и тут уже не открывается, видите? Ну что, неплохо, неплохо. Новое здание, я надеюсь, тут лут уже скоро появится. И будет довольно-таки неплохой лут. Так,